Овны. Понимания в общении с окружающими вы вряд ли дождетесь. Это относится к вашему партнеру в личной жизни, но зато прекрасный день для встречи с друзьями. Тельцы. Хороший день для общения и поездок. На работе может прибавиться работы, ответственности. Постарайтесь не говорить коллегам и начальству все, что думаете. Близнецы. Удачный день, когда вы можете позволить себе отдохнуть или, наоборот, плодотворно поработать. Если выбрали отдых, то постарайтесь не сидеть дома. 1 сентября – отличный день, чтобы провести его с детьми. Раки. Для вас день благоприятен для решения вопросов с кредитами, долгами. Бытовые вопросы будут решаться с трудом в том случае, если нужно будет о чем-то с кем-то договариваться. Львы. Вас будет тяготить внутреннее беспокойство, но, скорее всего, это будет надуманно. Партнер по личной жизни или работе может сделать вам подарок. Девы. Возможно, какие-то нестыковки в финансовом плане, что-то не учли при планировании бюджета. Душевное здоровье вас сегодня порадует, особенно если вы позволите себе расслабиться в хорошей компании. Весы. На работе о вас будут говорить или сплетничать, но ничего серьезного не произойдет. А если захочется праздника, то соберитесь с родственниками. Скорпионы. Если вы не будете себе накручивать, то день пройдет хорошо. Сегодня вы можете куда-нибудь поехать, а также с не меньшим удовольствием остаться дома. Вам везде будет хорошо. Стрельцы. Вопросы, касающиеся юридической деятельности, налоговой, страхования, решайте самостоятельно. Посещение общественных мест, общение с друзьями лучше отложите. Козероги. День будет посвящен больше работе. На первый план выйдут финансовые вопросы, которые в итоге решатся благоприятно. Здоровье потребует особого внимания. Водолей. Звезды предсказывают удачный день, который будет притягивать людей своим позитивным настроем и общительностью. Повседневные и рабочие дела будут решаться легко и с энтузиазмом. Рыбы. 1 сентября вам захочется праздника. Отправляйтесь в парк аттракционов, кино, наслаждайтесь первым днем осени. Независимо от того, есть дети или нет, день можно провести весело.